мы получили зимние конверты. Конверты в коляску. Это размер 100. Он большой, его хватит с рождения. В принципе, ребенка можно туда положить прямо в роддоме при выписке. Конечно, он будет для него великоват, но зато его хватит до 2 лет примерно. Он подходит как в люльку, так и в прогулочный блок. Здесь есть вот такие прорези, да, ремни безопасности. А также есть в серединке. Расстегивается он по кругу, то есть малыша можно сажать туда даже подросшего. В принципе, можно вообще полностью отстегнуть верхнюю часть и оставить только теплую спинку. Этого размера хватит, как я уже говорила, до 2 лет. Можно использовать. Также есть конвертики поменьше размером. Вот это размер 85. Если не хотите использовать его, например, дальше подросшему ребенку, можно купить поменьше, и тогда ребенку, конечно, маленькому будет в конвертике поменьше комфортнее. Так, он такой же точно. Здесь тоже есть прорези для ремней безопасности. Он тоже расстегивается по кругу. У него непродуваемая, непромокаемая ткань. Очень легко убирается снег с конвертов. У меня точно такой же конверт. Очень удобная вещь. Здесь есть специальное крепление для прогулочной коляски, для спинки. Затягивается за спинку, можно затянуть. Если нет, например, да, других способов закрепить коляски, разные бывают. Здесь есть кулиски. Можно затянуть полностью у изголовья ребенка и создать вот такую теплую вторую шапочку. Многие мамы спрашивают, можно ли ребенка класть без верхней одежды, например, да, в осеннем комбинезоне зимой. Нет, это все-таки второй, третий слой одежды, это как спальный мешок, то есть перед конвертом нужно ребенка одеть на зиму, как положено, то есть в зимний комбинезон, в зимний костюм. Он отлично утепляет в, как бы, как дополнительный слой, но все-таки он неплотно прилегает к телу ребенка, поскольку он достаточно широкий. Как раз рассчитан на то, чтобы ребенка положить туда в одежде. Поэтому сначала мы ребенка одеваем, как положено, зимой в конверт, в комбинезон, и затем уже кладем в конверт. Конверт кладется в люльку спокойно, ничем дополнительно не крепится, просто кладется, укрывается ребенок. Также он подходит и в сидячий блок коляски. Вот таким образом можно закрепить. Можно оставить до верха, застегнуть полностью до верха, здесь затянуть кулиски, ребенку будет достаточно тепло. Либо можно заправить за бампер, например, если ребенок уже активный, он выходит куда-то погулять во время прогулки, да, из коляски, то можно вот так застегнуть за бампер, но ребенку в любом случае будет тепло, он очень хорошо греет. Просветок очень много, от однотонных до цветных, с принтами, без принтов. Ждем вас на Серышево 25. Также к конверту можно подобрать варежки в цвет. Они тоже идут на натуральные овчины, крепятся абсолютно на любую коляску. Здесь такие клепочки. То есть ширина ручки может быть любой, можно настроить под себя. Очень удобно, руки не мерзнут. Можно даже всю зиму ходить и гулять с коляской без перчаток.